Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут все Артем, это Цейблок, и сегодня быстрая распаковочка уникальной карты на казахстанском рынке нового продукта от Freedom Finance Банка в Казахстане, депозитной карты. Данная карта действительно уникальна в плане того, что это тот самый продукт, который возвращает некогда существовавшие в Казахстане и имеющие на сегодняшний день в России успех. Это карта с процентом на остаток. Объясняю. До 2018, если мне не изменяет память, года в Казахстане, точно так же, как и в России на данный момент, были карты, продукты в основном, мне кажется, во всех банках, когда банк начислял процентный остаток не только по депозитам, но и по карточным продуктам. Затем наше правительство Республики Казахстан пересмотрело этот момент и законодательно запретили начислять проценты на именно текущие счета. В результате на этом погорели многие банки, которые выпускали довольно-таки классные продукты. Самым успешным в этом вопросе был некогда существовавший банк Астана. В результате прошло, сколько, 4 года, и Freedom Finance, так сказать, решил перехитрить всех и решил выпускать карты к не текущим счетам, а к депозитам. То есть открываются 4 депозитных счета в тенге, долларах, евро и рублях, на которые вам начисляются проценты на остаток. Таким образом, данная карта является ключом не к текущему счету, а ключом к депозитам в 4 валютах. Самое интересное это то, что самое интересное и самое важное, что вам нужно знать, что проценты на остаток в размере 13% вроде бы начисляются только в том случае, если вы держите на карте более 100 тысяч тенге. Если вы держите менее, то, к сожалению, вам начисляется там только 1%. Ну что ж. Давайте посмотрим распаковку. Карта приезжает вот в таком довольно-таки интересном конверте. В основном Freedom Finance сейчас предоставляет услугу по дистанционному открытию карт. То есть вы заказываете карту либо на сайте банка, либо через приложение. Опять же, падаете на сайт банка, и вам карту привозит курьер. Такой вот коробке. В моем случае, так как я проживаю в небольшом городке в Казахстане, мне нужно было заказать карту до Астаны, и в Астане в отделении банка я эту карту, собственно говоря, забрал вчера. Итак, спереди вот такой дизайн. Знаете, как вот киеселовские коробочки в свое время. Я не знаю, сейчас киесел продает еще номера в коробках. Вот такой вот задник. Вот здесь мы видим линию разрыва, вскрывать здесь. Ну и, собственно говоря, минималистичный задник. Итак, вскрываем задник. Липкая фиговина. И внутри нас встречают вот такой вот кармашек, назовем это так. Здесь мы можем видеть преимущества данной карты, выгодный курс конвертации, кэшбэк с покупок, бесплатное обслуживание, снятие наличных в любом банкомате мира. Про карту можно бить и по QR-коду. Важно, да, в приложении не забудьте в приложении установить пин-код, потом провести первую транзакцию в банкомате после получения карты. Несмотря на то, что это пластик, написано Freedom Card, на самом деле это две разные карты. Freedom Card — это основная дебетовая карта, то есть это точно такая же карта, но она открывается к текущим счетам. А вот депозитная карта открывается к депозитным счетам, поэтому, пожалуйста, не путайте. Это два разных карточных продукта. Ну, естественно, из кошелька мы с вами достаем карту.
Бин карты 52-69-88. Мы сразу видим, что эта карта мультивалютная. Довольно-таки интересное тиснение. Вот, я не знаю, насколько вам видно. Ну, вот прям красиво. Вот такой вот задник. Карта выпускается в платежной схеме MasterCard. Уровень карты MasterCard World. Слишком много каких-то интересных плюшек вы не получите, но какие-то базовые скидки, которые рекламируются, именно позиционируются как привилегии по MasterCard, вы, конечно же, получите. В целом, карта довольно-таки интересная в плане, вот, повторюсь, лимита на снятие, бесплатное обслуживание, потому что на сегодняшний день в Казахстане все-таки многие банки, ну, основные банки, да, предпочитают брать какую-то комиссию. В это число входит Халыкбанк, в это число входит российская дочка Сбербанка, в это число входит, ну, банки понемножку, но хотят отщипывать, РБК-банк. А в данном случае представлена карта с полностью бесплатным обслуживанием. Ну, в принципе, вот такая вот быстренькая на 6 минут распаковка карты Freedom Finance. Более подробно читайте на сайте tsoy.in. Буду крайне рад, если вы подпишетесь на канал, а также зайдете на мой сайт, так как у меня на сайте есть реклама. И если вы зайдете на мой сайт, и тем самым вы банально поддержите мою деятельность. Ну а на этом спасибо. До скорого.